Доброго времени суток, видеообзор на дрель-шуруповерт Makita DF457DVE. Год у нее получается 2020, май. Сама дрель работает исправно. Также 18-вольтовый аккумулятор на 1,5 ампера. И зарядное устройство с аккумулятором на 1,5 ампера. Идет он тоже 18-вольтовый. Но есть одно но. Зарядное устройство с доп-аккумулятором не подходит, получается, к данному шуруповерту.